Это место знакомо всем, кто хоть раз бывал в станице Смоленской. По дороге с поселка Афипского жителей и гостей района встречает настоящий зоопарк с бетонными животными. Построил его предприниматель Вячеслав Рязанов. Мы занимаемся строительством, строили себе объекты, оставались материалы хорошего качества, нержавые, ничего. И познакомились с художником абсолютно случайно. И он предложил, что излишки можно превращать вот в такие скульптуры. Он, кстати, житель Северского, звали его Александр, к сожалению, нету его уже в живых. Но после него были тоже продолжатели, которые фигурки всевозможные делают из того, что у нас есть. Изначально это не было какой-то целью, мы не считаем, что мы строим какой-то там парк. Просто есть возможность, и мы просто дарим для детей место, где они могут безопасно гулять. В планах у предпринимателя и его арендаторов создать комфортное пространство для экологичной жизни, отдыха и агротуризма. Развитие экофермы, оно началось. У нас есть арендаторы, которые с удовольствием занимаются, тоже подхватили нашу идею. И разведение рыбы будет своей. Все экологическое, все экологически чисто. Почти всегда у парка припаркованы автомобили. Очень он полюбился и местным жителям, и отдыхающим. Очень нравится. Мы когда-то сюда приезжали, был только один вот этот динозавр. Потом появились новые и новые животные. И дети всегда просятся сюда. Вячеслав Васильевич признается, очень рад, что гости парка ведут себя культурно, не оставляют мусор. Его целью было сделать комфортное и безопасное пространство, порадовать самых маленьких жителей нашего района. Свою задачу предприниматель выполнил на 5 с плюсом. Парк стал местной достопримечательностью. Вход в него абсолютно бесплатный.